Всем привет, дорогие друзья! С вами Шиди. Сегодня мы играем в игру Бонзи. Давайте посмотрим, что за жанр игры. То есть мне интересно. Без предисловий всяких. Погнали. Видите, тут всякое... вот, надо, короче... Надо сделать... надо с каждым... Короче, это фигня, типа... Чем больше ты убьешь, тем, короче, лучше. Появляется волна, без пока сколько волн. То есть, То есть нам надо постоянно их... и убивать. Вон оно как. О! Сразу все куда. Вот так стреляет. Хотя бы половину. Мы типа стреляем в этого, от каких-то от этого. Все. Не знаю, что у нас. И у нас как-то все. И то есть это еще. Блин, штуки, блин, насколько все эпично. О! Почти всех убили. Потом ближе эти штуки будут приближаться. И будет все так же стрёмно. О! Так, во! 10. Появился сундук. Атакуйте его, чтобы забрать. Давайте посмотрим. Давай такой. Блин, мне нужен сундук, чуваки. Чё угодно. Мне нужен сундук. О, в сундуке можно найти золото, алмазы, чтобы тоже как найти. Блин, у нас, кстати, вообще все очень стрёмно сейчас. Осталось у нас, но к нам приближаются люди, такие. Мы должны как-то выжить. Вот. Ну, давайте в это вовнутрь. Блин, да ладно. Назад. О! Чуваки! Так, давай. Все, зашибись. О, что за чувак? Нам надо как-то с ним, да, совладать. Нифига себе. Может, вот так вот? Ну и что, он назад, да? Вот так вот давай. Все. И мы выиграли! Не, прикольная игрушка, мне уже с первого взгляда нравится, относительно того, сколько я обзоров делал до этого в некоторых играх. Здесь реклама не будет. Перейти в лабораторию, чтобы открыть новую атаку. Ну давай посмотрим. Это ваша линия атаки. Чтобы улучшить. Улучшаем какие-то линии атаки, верните в город. Пока мы просто тыкаем. А победить всех врагов. Но опять же. То есть сейчас мы что, по-другому атакуем, что ли? Что такое? Вон еще как можно. И по 11, короче, стоит, да? Линия атаки. А если вот так вот? Тик-тик-тик, вот так вот. Прикольно. Можно даже вот так вот где-то стрелять, наверное, да? Вот так вот. Как долго будет стрелять, короче. Чтобы завершить атаку. Завершить, это типа на это. Чтоб быстрее, короче, а я даже тогда не получился у меня. Все, мы прям нормально. Чтобы оно сейчас будет, короче. Кстати, надо, наверное, туда откинуть. Наверное, вот так вот надо. Так-то прикольно, мне нравится, и я бы сказал, что это игра даже такая нестандартная всех моих, которых я который я недавно как бы обозревал, можно так сказать. Здесь нужно как бы стрелять. С одной стороны, она и простая, в то же время интересная. По крайней мере, по первому взгляду. Я не знаю, может она надоест мне сейчас через 5 секунд, я не знаю. Так-то прикольно. Застряли. Хлоп.
Оп-оп-оп. Все. Закончилось. И скоро будет босс, кстати. Опа. Оп-оп. А, блин, да сейчас жесть. Сейчас будет босс. Будет босс. О, давай. Кстати, надо это. Вот так вот. Блин, а. Ну, босс мы сейчас убьем все равно. Последняя атака босса, и босса нету. Прикольный босс, может быть, кстати, у меня с собой. А, сундук появился 13. Окей, мы открыли даже сундук. Теперь приходим в лабораторию, новое заклинание добавить сюда. Далее. Нос заклинание. Почему? Чтобы повысить прочность своей стены, улучшить ее. Ладно, все улучшим. Все, у нас тут типа лаборатория, да, сокровищная, где индуки. И типа получаю задание, линию. Ну, в принципе, здесь все стандартно. Здесь не особо без всяких выпендрений, я не знаю, как сказать, да? А что такое вот это? Я не понимаю, что такое. А, это. Нет, это атака сейчас. Это мы сейчас просто так сделали, что атака произошла. Так, раз, 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 раз. И у нас и получение еще нашей стены, да? Так я понял. Опа. А, блин. Короче, здесь ничего такого, каких-то магии нет. Но может откроется, кстати, магия. Возможно, откроется магия, и мы, типа, наверное. Опа, вот так, опа. Сейчас, тык-тык-тык, все. Всех убили. Надо так стрельнуть, чтобы она отскочила и остальных, короче, завалила. Может быть, вот так вот, вот так вот, может быть. Так, где тихо, что ли? О! Хлоп! Нет! Блин, надо было побольше. Давай так. Опа! Блин, тебе надо это... Так-то, по сути. Вот так вот сделать, наверное. Ой, блин, капец! Да слушай. Почему вот туда? Опа. Опа, вот да, вот да. Опа. Блин. О, все. У нас теперь прям так нормально стало. Так, далеки, 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 так. Нам нужно, чтобы туда вовнутрь не зашла. Блин, не зашла внутрь. Ну ладно. Тоже неплохо. Опять вовнутрь туда зашла. Давай, давай, давай. Опа. Может таки отскочить, отскочить. Так, блин, ну что за фигня? Опа, оп. Так, 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 так. Так, так. Блин, давай. Хлоп. Хлоп. А, по башке ему хлоп. Хлоп. Бесконечно. Так, все, давай. О, даже больше сейчас стало. Блин, кстати. По-моему, я могу даже так его убить. Нет. Ха! Все, чуваки, я его завалил. Так, выполнено, открыто. Значит, что игра... Практически без рекламы, но, ну да, в принципе, практически без рекламы, но сейчас была реклама, и мы улучшаем переднюю лабораторию. Я не понимаю, что это такое, но может улучшать еще уровень стрельбы и урон. Ладно, на этом все. Давайте, ребята, с вами был Швили, до новых встреч, пока.